Вечерняя прогулка по лесу будоражит фантазию и навевает на мысли о таинственном. Поговорим о том, как рисовать зловещую иллюстрацию. Для начала расположите объекты так, чтобы не было понятно, где верх, а где низ. Это смутит и озадачит зрителя. Чтобы напугать его, изобразите персонажей в нелепых позах. Забудьте про гравитацию, добавьте дождь из куриных голов. И готово.